куриное филе разрезая на 2-3 части. Теперь мясо надо немного замариновать. Выкладываю на доску и добавляю соль, черный перец, розмарин, тимьян, базилик и немного сушеной паприки. Оставлю мясо на пару минут, а мы порежем овощи. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, потому что у нас очень много вкусных и простых рецептов. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. А теперь порежем помидорку. Мелко нарезаю репчатый лучок. Обязательно добавляю свежую зелень. У меня это укроп и петрушка. Теперь добавляю буквально ложечку майонеза, молотый чеснок, примерно чайная ложка. Пропорции, как всегда, будут внизу под видео. Черный молотый перец и немного соли. А теперь все хорошо перемешиваю. Натираю сыр на крупной терке. Теперь немного сыра добавляю к помидоркам и перемешиваю. Застелила противень пергаментной бумагой и выложила мясо. А теперь сверху на мясо выкладываю начинку. Теперь отправляю мясо в разогретую до 180 градусов духовку минут на 15-20. Прошло 20 минут, мясо почти готово. Посыпаю оставшимся сыром и отправляю в духовку буквально минут на 5. Извините, ребят, очень вкусно. Я не могла дождаться начала кадра, решила уже сразу кушать, потому что действительно очень вкусно. Шикарное мягкое мясо. Напишите, пожалуйста, кто-то уже знает такой рецепт, или, может быть, вы делаете какие-то другие варианты. Жду ваши отзывы и комментарии. И обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались, потому что у нас очень много вкусных и простых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!